Преступная группировка подростков состояла из трех человек. Ее руководитель – 17-летний юноша с криминальным стажем. У него две судимости. По данным следствия, злоумышленники действовали по одной наработанной схеме. Все кражи из автомашины они совершали ночью. В сутки только по Имишинскому району за последний месяц в сутки регистрировалось от 3 до 6-7 краж с автомашины. Почерк был один. Разбивались ветровые стекла автомашин. Воровались документы и деньги, автомагнитолы, другие ценности с автомашины не крались, только воровались только деньги. На обработку одной машины у подростка уходило всего 10-20 секунд. После этого они убегали и принимались уже за иномарки, припаркованные на соседних улицах и дворах. По такой схеме группировка совершила 86 фактов краж. В их числе есть и угон автомашин. Данный гражданин на сегодняшний день признает более 70 фактов краж с автомашин, признает более 10 фактов угон с автомашин. Только на сегодняшний день было уже изъято 3 автомашины. Все задержанные находятся под арестом. Против них возбуждено уголовное дело. Полицейские не исключают, что список злодеяний преступной группировки может еще пополниться другими преступлениями.